Примерно каждые 40 секунд звонит телефон в одном из отделений полиции Ставропольского края. Примерно каждые 40 секунд выезжает оперативная группа, чтобы защитить наших земляков. Но, к сожалению, рядом с тысячами таких героев работают несколько десятков оборотней в погонах. Коррупционеров, мошенников, вымогателей, наркоторговцев, садистов и убийц. В эфире «Выводы следствия» и я, Алиса Вартазарян. Здравствуйте. События, о которых невозможно не упомянуть в нашем обзоре. Пытался откупиться, но вышло дороже. В Невинномысске мужчина решил необычным способом помочь сыну. Прямо в кабинете он передал полицейскому почти 300 тысяч рублей. За эти деньги, так был уверен мужчина, правоохранитель должен был не наказывать юношу за изнасилование. Но вышло иначе. Следователи возбудили уголовные дела в отношении обоих. Заботливый отец уже заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Зарезал случайного попутчика. По версии следствия, мужчина сел за руль пьяным. Людей, которых он согласился подвезти, видел впервые. По дороге пассажиры поругались с водителем, и он остановился на окраине города. Затем достал нож и по очереди вонзил его в грудь попутчикам. Один из мужчин скончался на месте, второй остался жив. Врачи успели вовремя помочь. Дело уже направлено в суд. Няню из Предгорного района подозревают в убийстве ребенка. По данным следствия, 60-летняя женщина присматривала по просьбе матери за малышом. Неожиданно мальчик начал хрипеть, а затем вовсе перестал дышать. Такую версию рассказывает подозреваемая. Однако результаты экспертизы показали, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. Женщине, которая, видимо, не досмотрела за ребенком, грозит до 2 лет лишения свободы. 12 кадетов из Москвы приехали на Ставрополье. И не просто в гости, а обменяться знаниями и умениями с нашими учениками. После экскурсии по краевому центру кадеты помирились силами в страйкболе, стрельбе, шахматах и интеллектуальной викторине. Моя будущая профессия – следователь. Победила дружба. Знакомство прошло очень хорошо. В первый же день мы уже начали обмениваться опытом, поделились своими впечатлениями вообще о гимназии, о перелете, о городе. Особо глобальных отличий нет, потому что так как мы, так и кадеты из Ставрополя в будущем хотят стать следователями Следственного комитета Российской Федерации. Самым запоминающимся и важным моментом стала для московских гостей экскурсия по краевому управлению СКР. Им рассказали о тонкостях профессии следователя и о структуре ведомства. У нас работает 356 сотрудников. Почти 50% – это люди до 30 лет. То есть очень молодой коллектив. Мы расследуем порядка 3000 уголовных дел в год. Это все тяжкие, особо тяжкие преступления. Полицейские люди призваны охранять покой граждан, быть карающим мечом правосудия. Но, к сожалению, так бывает не всегда. В Александровском районе страж порядка безо всякой причины избил мужчину прямо на глазах у беременной жены. «С днем рождения!» – громко кричали гости. Подарки, поздравления, вкусные угощения и выпивка. Казалось, ничего не предвещает беды. За здоровье именинника поднимает бокал близкий друг. Рядом с ним супруга, она не пьет, женщина в положении. По этой же причине семейная пара не может долго засиживаться и в 6 вечера покидает компанию. До дома остается пару метров, но на пути встают полицейские. Стражи порядка понимают, что мужчина не трезв, и начинают составлять протокол. Полицейские при документировании совершения административного правонарушения одним из мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избил его по различным частям тела. Почему полицейский набросился на мужчину, непонятно. Как он сам говорит, не было ни сопротивления, ни попытки сбежать. Он лишь слезно просил сотрудников ППС отпустить его и не привлекать к ответственности за нетрезвый вид. Но полицейский повалил его на землю и начал бить. Попал в правый глаз, в голову, затем посыпался шквал ударов по спине. На следующий день жена написала заявление. В отношении полицейского кинолога отделения патрульно-постовой службы отдела МВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом А части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. Сейчас следователи допрашивают всех свидетелей.
назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет степень тяжести повреждений. Проводятся мероприятия, направленные на изучение личности самого подозреваемого полицейского. То есть это и затребуется служебная проверка по данному факту, затребованы характеристики с места его службы. Теперь агрессивный полицейский может надолго отправиться в тюрьму. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. И это далеко не самая страшная история про полицейскую жестокость. Статистика такова, что в США около 1000 человек в год умирает от рук служителей правопорядка. В нашей стране летальных исходов в 10 раз меньше. Но все-таки они тоже есть. Дело номер 64-58-15/417. 4 года назад в Казани от рук полицейского умер пожилой мужчина. Целые сутки оборотни в погонах пытали его, насилуя бутылкой из-под шампанского. После случившегося отдел расформировали, а участники зверства надолго отправились в тюрьму. Так, например, бывший замначальник угрозыска получил 14 лет строгого режима. На Ставрополе люди тоже погибают от рук полицейских. Но не всегда такие преступления совершаются намеренно. В Ипатовском районе инспектор ДПС нарушил правила дорожного движения и, выехав на встречную полосу, столкнулся с машиной. 2 человека погибли. Полицейский остался жив. И теперь ему предстоит ответить по всей строгости закона. Трасса Астрахань-Ставрополь. 2 мужчин едут в Волгоград за покупкой нового автомобиля. Настроение отличное, они шутят, смеются, слушают музыку, иногда даже подпевают. В противоположном направлении движется полицейский. Возвращался домой от родственников. Полицейский ехал из села Дивное Понасенковского района и направлялся в город Ставрополь. Обгонял попутную машину и не рассчитал расстояние до встречной машины. Столкновение. Машину отбросило на несколько метров. Они даже не успели понять, что случилось. Водитель и пассажир скончались на месте. А вот инспектор отделался парой царапин. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 264 части 5 «Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть 2 лиц». Доказательств более чем достаточно. О случившемся рассказали очевидцы, да и сам полицейский вину признал. Сейчас уголовное дело вместе с подписанным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Полицейскому теперь уже с приставкой «экс» грозит до 7 лет лишения свободы. А с погонами, скорее всего, придется попрощаться навсегда. Но это скорее частный случай. Следует отметить, что почти 75% преступлений, которые совершают полицейские, происходят на службе. И речь здесь не только о подтасовке улик в погоне за хорошими показателями. Дело номер 63-50-30/17. На Ставрополе 2 полицейских подозревают в продаже наркотиков. Сбыт они наладили прямо в отделении. На этих кадрах видно, как сотрудник органов договаривается о цене за 2 пакета. Это спайса массой более 2,5 граммов. В преступном бизнесе был замешан и другой его коллега. Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы. Встречаются среди полицейских даже мошенники. Невинномысски. Участковый за 130 тысяч рублей предложил задержанному помилование. На решение суда он повлиять не мог, но в случае положительного исхода приписал бы это себе. Теперь и он оказался на скамье подсудимых. Владельца этого автомобиля задержали за хранение наркотиков. Запрещенные вещества нашли прямо здесь, под ковриком. На мужчину завели уголовное дело, но добрый на вид участковый предложил помощь. Участковый уполномоченный ввел в заблуждение мужчину о том, что за денежные средства в размере 130 тысяч рублей он сможет повлиять на вопрос о освобождении его знакомого от уголовной ответственности. Участковый прекрасно понимал, что повлиять на расследование, а далее на вынесение приговора он не может, но деньги взял. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество с использованием служебного положения».
Данная противоправная деятельность документирована в рамках оперативно-розыскного мероприятия, поэтому у следствия уже имеется доказательство его причастности к инкриминируемому деянию. Однако будут продолжены работы по сбору необходимых доказательственной базы, это и признание потерпевшим, и изъятие, и признание в качестве вещественных доказательств денежных средств, и допросы свидетелей. Если вину участкового докажут, ему грозит крупный штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Насколько часто преступления совершают те, кто сами должны стоять на страже порядка? Но в разные периоды разная тенденция наблюдается. Например, вот в 2015 году всего было возбуждено 75 уголовных дел о преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Тогда как в 2014 году таких уголовных дел было 79. То есть практически преступность осталась на одном уровне. За первое полугодие уже текущего года совсем другая ситуация. Мы наблюдаем значительный рост. То есть за 6 месяцев 2016 года возбуждено уже 82 уголовных дела о преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. При этом в аналогичном периоде прошлого года, то есть в первом полугодии 2015 года, было возбуждено всего лишь 37 таких уголовных дел. То есть рост очень значительный. А какие это преступления? Преступления, в общем-то, разные. По крайней мере, все они в основном должностные. И большая часть из них – это коррупционная направленность. Как вы считаете, почему они приступают закон и становятся на преступление? Ну, если это коррупционное преступление, то это, конечно же, жажда наживы прежде всего, корыстная заинтересованность. А другие преступления, которые не связаны именно вот с корыстным мотивом и с коррупцией, это ложное понимание интересов службы, допустим, либо недостаточный контроль со стороны руководства, низкий уровень профессиональной подготовки некоторых сотрудников, которые иногда просто даже не знают, как правильно вести себя в той или иной ситуации. В каких районах Ставропольского края больше всего совершается таких преступлений? В 2015 году наибольшее количество уголовных дел о преступлениях, совершенных сотрудниками полиции, было возбуждено в Ставропольском межрайонном следственном отделе, следственном отделе по городу Пятигорск и следственном отделе по промышленному району города Ставрополя. А вот уже в текущем году, в первом полугодии, мы отмечаем наибольшее количество уголовных дел в Нефтекумском межрайонном следственном отделе, в следственном отделе по городу Пятигорск и в Кочубейском межрайонном следственном отделе. При этом в Советском, Изобильнинском, Ипатовском не возбуждено ни одного такого уголовного дела. Есть такое выражение «оступиться может каждый». Уместно ли оно для людей в погонах? Преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, то есть теми людьми, которые должны сами стоять на страже закона и бороться с любыми нарушениями закона, они представляют особую опасность. Но необходимо иметь в виду, что такие факты не должны откладывать тень на всю правоохранительную систему и на систему органов внутренних дел в частности. В основном, конечно, это добропорядочные сотрудники, которые ответственно относятся к исполнению служебных обязанностей, зачастую рискуют своими жизнями, даже отдают свои жизни не за то, чтобы исполнить свой служебный долг, но, к сожалению, конечно, имеет место факт, когда и в их ряды попадают случайные люди, которые, в общем-то, впоследствии, как и положено по закону, оказываются на скамье подсудимых и отвечают за совершенные ими преступления. На первый взгляд кажется, что полицейских, преступивших закон, стало больше. Но стоит задуматься. Может, борются с ними каждый год более слаженно, жестко и непримиримо. Таковы выводы следствия. Встретимся в следующий вторник в 19:15 на своем ТВ.